Есть более простой способ, когда мы делаем эти капли на весу, да, на ребре, они у нас как бы в одну сторону наслаиваются, здесь уже очень-очень много олова, и они идут одна за другой. Сейчас покажу вам тоже. То есть я иду снизу, нижнюю каплю добавила, прогрела опять-таки шов, каплю взяла на паяльник, эту каплю повесила. Дождалась, когда она остынет, когда шов остынет, вторую каплю вешаю, да, то есть здесь уже у меня будет такой, скажем так, для, ну, это для каких-то особых стильных таких работ, да, часто на американских досках, да, на пинах я вижу их, вот оно наслаивается, один за другим идут эти капли, но они идут как бы как стекающие, да, вниз. Вот они пошли. Сейчас покажу поближе. Да, с этими каплями попроще. Вот они, вот их видно. Так, сейчас по центре. Вот их видно, но они все имеют направление, то есть они идут как бы по стекающей.